Всем привет! Сегодняшний обзор про средства по уходу за волосами от компании Giovanni. Это Shine of the Times High Gloss Hair Mist. Я до этого его покупала, решила просто добавить в обзор, так как у меня осталось два средства, которые я не успела обозреть. Классное средство, придает блеск волосам после того, как помыли голову, использовали все уходовые средства, высушили. Дальше просто под облачко вот этого спрея подносите голову, и волосы блестят. Реально работающая штука, очень мне нравится. Вкусно пахнет, классная, и фирма тоже неплохая. И следующее, я заказала маску для волос от компании Ergan, Earth Naturals, Natural Hydrating Repairing. Это увлажнитель и восстановитель с органовым маслом, с зеленым чаем и с листьями алоэ вера. Состав 100% натуральный. Нужно наносить его от 2 до 3 раз в неделю, можно оставлять на 3-5 минут, либо для более глубокого восстановления от 15 до 20 минут. Вот, состав тут вообще огромный, мелким шрифтом я не буду его зачитывать. Здесь объем 226 грамм, он довольно-таки большой. Так, неудобная вот эта штука. Вот такой вот белый бальзам. Пахнет приятно, но такой как будто бы попсовый запах. Каких-то, я не знаю, таких вот масс-маркетовских средств по уходу за волосами. Но, тем не менее, состав у него реально очень-очень хороший. Вот, я еще пока не пробовала, но обязательно начну использовать при каждом мытье. Просят не есть его. Дальше. Вроде бы все. Еще такой момент, мне не понравилось, что пластик здесь используется под номером 1. Так как мы его не используем в пищу, в принципе, это нормально, но вообще этот пластик небезопасный. Вы решили сэкономить на этом пластике и сделать, вот, и наполнить его с хорошим средством. А на этом у меня все. Надеюсь, обзор оказался полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите, спрашивайте. Я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересных видео. Всем пока и до новых встреч!